Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я хотел бы рассказать вам о одном из новых принципов жизни, который я внедряю в последнее время. Достаточно новый у меня принцип жизни. И называется он «Best or nothing», как в рекламе Mercedes-Benz. «Лучшее или ничего». Или, как говорят по-другому, «Хорошее – это враг лучшего». К чему я сегодня затеял разговор на фоне вот этой картины? Все очень просто. Я нарисовал эту картину, мне попросили нарисовать ее по фотографии, где-то нашли фотографию. Я примерно сделал в своей манере, но скажу честно, я недоволен результатом. Смотря на эту картину, какой-то осадок есть такой неприятный, какая-то незавершенность, неудовлетворенность проделанной работы. Нет полета, нет раскрытия души. Это сложно передать словами, эти чувства. Но, в общем, я недоволен этой картиной и, собственно говоря, она родилась из ничего, и я думаю, сейчас она уйдет в никуда. В дальнейшем я планирую написать другую работу, похожую. Надеюсь, там будет у меня полет души после результата. Но поскольку принцип есть принцип, и он касается всех сфер жизни, повторюсь, лучше или ничего, то жалко, не жалко, но будем прощаться с работой. Я надеюсь, родится новая картина, более эмоциональная, которая более хватает за душу. Ну, а пока говорим ей пока. Вот, собственно, и все. Вот. В жизни должны быть какие-то принципы. Я считаю, это костяк человека, это его сила. И поэтому желаю вам, чтобы у вас были гуманные принципы. Ну, один из них неплохой. Best or nothing. Лучшее или ничего. Ну что ж, на сегодня все. Увидимся. Thank you.
Mm-hmm.